Конфликт между Израилем и Ираном – один из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока. Но в истории был период, когда между странами были дружеские отношения. Причин для этого было множество. 6 марта 1950 года Иран признал Израиль как государство вторым среди мусульманских стран. Евреи проживали на территории Ирана на протяжении тысячелетий, и особых противоречий между двумя народами никогда не было. К тому же, единственной страной, которая поставляла нефть в Израиль после введения нефтяного эмбарго, оказался Иран, являясь одним из основных импортеров израильских товаров и услуг. Но с 70-х годов 20 века политическая конъюнктура в регионе начала резко меняться. Но в то же время нужно отметить, что в период 50-х-60-х годов в Иране действовал шахский режим, который был заинтересован в развитии различного рода торговых и финансовых операций в регионе. Ну и вот в этой связи между Израилем и Ираном в 50-60-е годы были отдельные примеры экономических связей. Вот. Можно даже говорить о том, что в этот период де-факто были установлены контакты между двумя государствами. После ухода Израиля из Южного Ливана и захвата Хезболлой активов армии Южного Ливана в мае 2000 года конфликт продолжался на низком уровне, сосредоточенный вокруг ферм Шебаа, небольшого региона на склоне горы Хермон. С избранием президентом Ирана, сторонником жесткой линии Махмуда Ахмадинежада, в 2005 году отношения между Ираном и Израилем становились все более напряженными, поскольку страны участвовали в серии опосредованных конфликтов и тайных операций друг против друга. Ливанская война, захват Израилем судна из Сирии, доставлявшее иранское оружие в Газу, кибервойны и диверсии. И это минимум того, что происходило за последние 25 лет. Когда в Иране произошла исламская революция, отношения с Израилем, собственно, одномоментно испортились, потому что Иран считал, что государство Израиль незаконно создано, и, соответственно, всячески выступал на стороне Палестины. И это привело к разрыву всех контактов и достаточно сложной ситуации в отношении между двумя этими государствами. Вот. Ну а в дальнейшем, если мы говорим о событиях 90-х годов, начала 21 века, то отношения между Израилем и Ираном оставались по-прежнему очень сложными. Вот. Дипломатические отношения так и не было установлено. 1 апреля 2024 года ситуация между странами снова обострилась. Примерно в 17:00 по московскому времени Израиль с воздуха атаковал консульство Ирана в Дамаске. Как позднее сообщило иранское информационное агентство Тасним, в результате погибли 5 офицеров и 2 генерала корпуса стражи исламской революции. Также сообщалось о гибели 6 мирных жителей в результате удара по консульству, которое было полностью разрушено. Но Израиль свои операции против Ирана или Сирии не комментирует. Ну, а самым, наверное, таким ключевым моментом является современный аспект, при котором действительно та операция, которую проводит Израиль в секторе Газа, она во многом выводит эту проблему на проблему Хамас. Хамас, как мы уже отметили, пользуется поддержкой Ирана. И вот в этих условиях известен факт недавно произошедшей атаки Израиля по консульству Ирана в Сирии. Вот. И это событие, конечно, очень существенно усложнило обстановку на ближневосточном регионе, очень существенно ухудшило отношения между Израилем и Ираном. Западные средства массовой информации сообщают, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение ближайших 48 часов. Ранее в Министерстве иностранных дел Ирана уже заявляли, что страна оставляет за собой право принять ответные меры против Израиля после авиаудара по Генеральному консульству Исламской Республики в Дамаске. В свою очередь, командование армии обороны Израиля объявило о призыве резервистов соединений противовоздушной обороны. Анастасия Чуняева, Кристина Отекина, Универ Новости.